XX, с вами Белевикс. Всем привет! Сегодня, во время нашей поездки на весенних каникулах, я хочу рассказать вам о Торале и Страйп из серии Freaky Field Trip. На русском коллекция читается как «Чумовая экскурсия». Коробка узкая, в фиолетовых, оранжевых и черных тонах. И, как обычно, много-много пластика. С каждой стороны коробки есть милый арт Торале и Страйп. Торали в этой коллекции вышла с короткой прической, очень похожей на свою базовую и черлидерскую, на радость многим поклонникам. Вместо светло-рыжей пряди в волосах у Торали бирюзовая. Макияж Торали от серии к серии все ярче. В данной коллекции у нее ярко-голубые тени с синей полоской и насыщенные красные губы с блеском. Надо отметить, что макияж хорошо гармонирует с необычным цветом волос и цветом платья. На Торали надето короткое облегающее платье с горлом, без рукавов. Платье красного цвета с принтом в виде черных скелетиков рыбок и бирюзовых царапин. Несмотря на простоту силуэта, платье очень интересно и выигрышно смотрится за счет принта. Ручки Торали того же молда, что и у Катрин Скайрмейстер, базовый Рошель и веркошек-близняшек без перчаток. Туфельки полупрозрачные, бирюзово-зеленые. Они украшены рыбным скелетиком. Также к куколке прилагается два тематических аксессуара. Это белый рыбий скелетик на фиолетовой подставке и бирюзово-зеленый полупрозрачный напиток с трубочкой, также в виде рыбки. Несмотря на то, что производитель и заявил данную серию кукол Freaky Field Trip как бюджетную, она отличается от таковых в лучшую сторону, а именно тем, что к каждой кукле в коробке прилагаются некоторые аксессуары, которые обязательно пригодятся мастряшкам во время экскурсии. Ну а на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, участвуйте в наших ежемесячных гивэвэях. Также напишите в комментарии, как вам эта куколка. Быть может, у кого-то она уже есть. И be cool and crazy. Пока-пока!